Британский герцог и герцогиня Кембриджские в ходе официального визита в Польшу посетили музей Штутгов, который находится недалеко от Гданьска. Здесь в годы Второй мировой войны располагался нацистский концлагерь. В его стенах погибло 65 тысяч человек. Уильям и Кейт осмотрели экспонаты в сопровождении гида. Позже они пообщались с людьми, пережившими Холокост. После Штутгова монаршая пара отправилась в Гданьск. Супругов торжественно встречают на рыночной площади в старом городе. Сюда приехали король и королева, они англичане, поэтому нам нужен английский флаг. В наши дни встретить монархов очень трудно, особенно королевскую семью или семью принца. Так что это хорошая возможность показать детям настоящую королевскую семью. Это замечательная пара, детей любят и благотворительностью занимаются. У меня впечатление очень хорошее. Здесь же на площади Уильяму и Кейт дают отведать традиционные польские блюда и напитки. Позже их ждет визит в один из музеев Гданьска. Герцог и герцогиня прибыли в Польшу в понедельник. В первый раз они взяли в поездку по Европе детей, принца Джорджа, которому на днях исполнится 4, и двухлетнюю принцессу Шарлотту. В ходе визита Уильям и Кейт встретились с президентом Польши и его супругой. Они также пообщались с жителями Варшавы. Официальный тур монаршей семьи по Европе включит также Германию. Завершается он в пятницу.